Давай. Оп, мы вырастили, смену взял. Барабаны пошли. Друзья, всем привет. Саксофон пошел, да? Саксофон Пашка. Друзья, всем огромный привет, родные. Привет, привет. Короче, приехали мы. Продолжаем, короче, открытие, сессию осеннюю нашу рыбалок, отдыха. Приехали сегодня вот с товарищами Андрюха, Пашка, я. Приехали в домик на Тулуюл. И здесь никого нету. Вообще. Вообще никого нету. Ни народу нету, никого нету. Ну, зашли в избушку, была открыта она. Горит. Печку сейчас вот растопили. Не знаю, на камеру будет видно или нет. Вообще нас будет видно или нету. Печечка топится. Короче, пирожочки у нас на столе, на сковородочке. 100 грамм за приезд, все как положено. Музычка у нас. Вот так вот. Короче, не знаю, стою от света, на свет видно, нет меня. Ну, не в этом суть. Вот такие душевные песни. Приехали дорогой, короче, снег. Снегу было по колено. Пашка был в шоке. Я вообще в шоке. Зима полная. На дворе. Снега видели сколько? 6 октября, 7 уже сегодня. Вот она, тайга в Верховье. Кошмар, что творится. Снегу, ну не по колено, конечно, но по щиколотку точно. Прилично. Деревья все в снегу. Да. Вот так мы едем весело. Он говорит, я такого еще не видел, не попадал в такое. Андрюха попадал уже так, в такое или нет? Да, да конечно. Попадал. На салангу ездим там. Не, ну здесь мы тогда приехали, не было снега, но зато там заморозки были, да? Короче, ребятки, сейчас по 100 грамм, ложимся вздремнуть, время у нас 2:30 ночи. Дреманем часиков до 6, до 7, светает часов 7. Святой налито, походный. Подожди, одень мою. Самую большую налили, ну ладно. Она там еще меньше, чем... Ну да, ага. Да, поменяемся, давай. Ну все, ребятки, за наше, как всегда, здоровье, за ваше. Всем добра, мира. Мы приехали отдыхать, ловить рыбу и наслаждаться отдыхом. Ура, за приезд, ребятки. Будь добро. Приеду. За приезд. Все, чин-чин. Питалась картошкой. Ой, горяченькие такие прям. Прелесть. Микроволновка. Макроволновка. Красота, ребятки. На улице заморозок. Завтра вам все покажем. 3 дня. Ну, по крайней мере, 2 дня обещаются теплые. Обалденно. Друзья, всем утро доброе. Проснулись. Собрались, загрузились. Сейчас едем вверх. Пока ложки. Пока ложки. Вот Валерка. Столянычем они тоже вот прибыли сегодня утром. Мы ночью, а не утром. Лагерь вон разбили. Андрюха есть. Андрюх, сейчас машину припаркую. И вперед. Ну что, Валерий Батькович, как у вас настроение на рыбалку? Very well? Ложка? Ложка. Мое настроение ложка. Да, пацаны. Тоже станчик разбили, они здесь будут ночевать. Где-то Алясик. Анатолий, здравствуйте, вы кушать готовите? Толяныч. Ну, так вы еще и вкусно пахнет у вас здесь. Толян шеф-повар от бога. Ну, покажи, что там. Яичница, что. Ну. Быстро. О, ну шикарно. Пацаны, я задержусь маленько. Стопочку. Стопочку. Одну, две. Не надо. Ну все, за ваше здоровье все, ребята. Ну, Паш, не поедем никуда, смотри, на Паша. Ну, а что, куда собрали? Пускай он приедет, руку приведет. Подожди, я сейчас скажу. А что это я? Коньяк с лодкой. Я тоже бы остался. Коньяк какой-то рубан. Давайте этот вигвам. Хороший вигвам. Фиг. Ну ладно, ребятки, что, увидимся. Попрем мы. Кушайте. Давайте. Кушайте. Ждем вас. Давайте, подтягивайте. Пока узнаем, на какую муку идет. Да, давайте. Ага, скажут они.
Я думаю, по ложному пустит следу. Так, все, куртку. Ну все, маленько пошутили, посмеялись, с пацанами бахнули. Забираю куртку. Все, у нас здесь ничего нету. Вроде нет. Начинаем отчаливать. Местами, может быть, включусь, если камера не подведет. Вроде батарейки зарядил, пауэрбанков набрал. Дай бог, все снимем. Все, ребятки, мы поехали. Стартанули нормально. Увидимся уже там, ближе к избушке. Ребятки, сделали вот остановочку, решили здесь прогуляться. Ребята, он с бомбардами, я собираю удочку, хочу пройти с удочкой. Сейчас посмотрим. Шел я, ребятки, вверх, сейчас прогуляюсь. От самого переката дойду и вниз вот пацанам туда к лодке. Посмотрим, через этого выйдет. На жареху вечернюю полюбасу поймаю. Многовато, да. Мелкий. Хороший? Давай, давай. Он Андрюх хорошего сразу бахнул. У меня меленький чукнул. О, два. О, вот он. Мелковатый, но уже на вырос пошел. На вырос пошел. На жареху? А что, да, на жареху можно. Такого можно на жарешку. Вода уже лед. На жарешку можно такого. Сейчас поменяю мушек, попробую. Поменяю. Так, пробуем. Очередной комплект. Болотные желтые оттенки поставил. Смотрим. Вот он хороший. Это хороший. Это хороший. Это уже отличный размерчик, ребятки. Клюнул на дымчатую мушку. Дымчатая мушка.
Андрюха, кстати, тоже на дымчатый поймал. Дымчатая муха. Попробуем. Штучно, что ли? То ли он еще не скатился. Хотя уже и вода леденючая. Непонятно. Как-то вообще непонятно. Сейчас ребята проезжали тоже на лодках, на двух. Знакомые остановились, говорит, что они, Витька, со вторника здесь, говорит, уходили вообще высоко, надеялись там поймать, и ни хрена, вообще рыбалка никакая, говорит, была, хотя до этого они были, вообще отлично отловились. Это вообще, говорит, ни хрена. На дымчатую муху взял уже на выходе. На жарёшку в самый раз. Ну? Жарёшь, нормально. На жарёху пойдёт. Вообще худой, как глист. Он весь в крови, он кровище прет с него. Кровище прет. Попробуем еще сейчас туда кинуть. Осеньки. Этот сразу утопил на дно. Нормально. Жарешный варик. Этот хороший. На коричневую мушку. В шкатулочку его. Под скалой в ямке стоит. Кто-то идет. Сейчас посмотрим. Нормальный жарёшный вариант. Есть контакт. Хороший.
Да ё-моё. Заглатывают жадно вот такие вот, друзья, хрюски. Ну, само то, я скажу так. Еще раз пробуем. Туда же. О, есть еще. Хороший, хороший. Хороший. Ох, давит. Попадешь вот в место в это. Идет. И идет, ребятки. Заглатывает он, смотрите, прям взахлеб. Взахлеб. Вот такие хрюски, ребята. Главное попадать в это место. Вот уже с этого места двух или трех выдернул. О, нормально кинул прям туда, куда надо. Если там сейчас стоит Харрис, обязательно хапнет. Дно цепляет. Надо глубины чуть-чуть убавить. О, вот это взял. Этот взял уже. Говорил, если попадешь, он стоит, сразу хапает. Хороший. Девище подгинает. Нормально. Нормальный. Подобрал мушку, ребятки, коричневая. Пупу, конечно. Но берутся. Хорошие. Двадцаточки стопроцентные. Ну а есть и побольше. Есть контакт. Здрасте, Настя. Катушка слетела. На что хоть ловится? Коричневая.
Наши, дед. Очень коричневые. Ну вот какая может быть, друзья, рыбалка с вон теми вот товарищами. Сейчас бахнет. Ну и что, там еще не налито, что ли? Все четко, да? О, пейте без остановки напитки из черноголовки. Блядь, такая же. И мы такую же взяли. Блядь, она вкусная, сука. Кола да кола, да? Ну что, давай, кто? Ну вот. Не местный. Мы с тобой сидим. Давай хоть кулачком, бам. Бум-бум, все окей. Бам, трам, бам. Ладно, за наше здоровье, да? За ваше. За нас сейчас будет. А я думал, ты это. Кто это я-то? Чтобы мы сразу за ваше, говорит, здоровье. И нахуй. Не нахуй. За ваше сначала. А за нас сейчас мы выпьем сами. Ты не понял. Не, ну я-то так-то вообще за общее пью. А вы у вас единолично, мы за свое сами выпьем. Ну пейте. Ну пейте вы, пейте. А вы переживаете? Да. Ну давай. Кулаками. Ну. Ну и за мое выпейте здоровье. О, легко. Ну все, добро. Жалче? Красавчики. Блядь. Еще живые на. Ты иди жарь. Жарь, мы сейчас приедем. Да мы встретимся там, мы туда все равно пойдем. Вы домой поедете? Давай, посмотрим. Считай пустой, блядь. Да пустой желудок, я тебе говорю, вскрывай. Там нету ничего. Жрать-то не будет. Он и в тот раз не кормился. Что-то зелененькое есть? Ну там? Вот это оливковое. А брат не берет, я все перепробую. Ну что ты там мучаешь его? Ну, то есть, смотри. Ну камни. Еле да я вот чувствую, камни. Нету ничего, он чистится или что, непонятно. Андрюха, еле ничего. Нету, он пустой. Ну, песочек, да? Ну он пустой, он чистится. И поэтому он у них хера не клюет. А желудочки знаешь, какие вкусные? Да. Хорошенько. На оранжевую мушку бахнул. Сошел? Хороший. Я другие мушки попробую. Мелочь. Опять оранжевая мушка. Опять оранжевая. Опять было. На оранжевую муху. Пашка вон с плавом плывет. Ох ты хороший. Хорошенький сошел.
получилось. Это вроде. Посмотрим. Хорошо. Хорошенький. Ну, такой вот, ребятки, красавец. Кану взять. Они едут. Бешеная тапочка. Мы только переехали. Не знаю. Здесь не пробовал еще. Сейчас попробуем. Там маленько еще поймал. Здесь вот только захожу. А как у вас дела? Хорош. Хорошенький синячок. Хорошенький. Ну, все бы такие были бы. Вообще прелесть была бы. Ну, мечтаю вот потихоньку. Иду и мечтаю. Иногда сбывается. Что, мелочуха? Не хочет уходить. Это хороший. Хорошенький. Хаёшенький. Ну,
побольше, но все одно маленький. Контрольный заброс. Ну что, вот так вот. Сегодня я побродил, подбирал мушки. И вот так вот пойму. О, а что, расстегнуто было? Нифига себе. Нифига себе. Ходил расстегнуто. Вот такие хрюски. Что, ребятки, ну почти кан. Почти кан. Нормально, хороший хрю взял. Все зачетные. Все в ширину кана. Вот так вот. Все, двигаемся до стана. Стан у нас будет внизу. Завтра еще у нас денек. Завтра поищем еще, покатаемся. А так сейчас едем отдыхать. Вон Андрюха. Вот здесь где-то у нас. Пашка вон там где-то. Не знаю, где он там. Где-то идет. И я. Все, ребятки. Увидимся на стане уже. Включусь там. Перевал проехать, никто не хочет. Какой? Царские ворота, блядь. Не может проехать никто? Ну, почему? Ну там же снег. Снег? Но... Ты думаешь? Уверен. Это 100%. А ты не видел их? Как не видел? Я ехал. Ночью ехал, не заметил. Нет, мы даже на телефон сняли. Ну что, ребятки, мы прибыли на место. Замерзли нахер. В одном перекате потаскали. Тут он. Куда попали? На телефонке. Да ты че? Боком сходили. Да катал на туда и... Ну конечно, но а я думал боком пролечу и не пролетел. А-а-а. Ну как, я пролетел, камней хапнуло. Камней сосануло, пришлось останавливаться. Сосало? Да, оба-на, Анатолий. Здравствуйте, что вы делаете? Все, давайте рыбу. Супчик. Считать будем. Супец будет? Ну да. Круто. Считать? Считать? Считать, мерить-то. По головам? Ты ее уже видел. Ну все, сдавай, Анатолий. У меня день проклятый, блядь, сегодня. Как крупняк. А Анатолий сказал, чашку супа не нальет. Почему это? Ну а мелочь. Бухариуса дань. Пока дань не отдашь, он говорит, супа не нальет. Ну что, вот, вход один, выход два. Ну и что? На домике там есть, то нет? Ну я не знаю, мы не поехали. Не поехали? Ну. Да есть. Поехал, ребятки, узнаю, что там с домиками творится на Тулуюле. Спросим, если есть свободный домик, заедем. Ну, если нету, увы, будем как-то палатку ставить, тесниться будем в Ниве. В общем, ну, что-то будем думать. Еду к домикам, друзья. Сейчас узнаем. Ну ты моя, ой, ты моя хорошая. Ну ты чё это? Ты чё ругаешься? Ты чё моя маленькая? Валерка, здорово. Ну чё, свободно дома? Mm-hmm. Свободно? Ну ебать. Пока нет, не дома. Она, нахуй, сказали, нахуй, там. Вечером приедет. Поздно. Вечером приедет? Поздно? Где ты, блядь? Маленький гардероб приготовь. Ну я понял. Я понял, Оля. Я приготовил. Так, ну и чё? Тогда мы один дом займем, да? Анатолий делает цигудайчик. Не стал выковыривать кости. Да ну нахер. Это уже, ну это уже тогда совсем как в ресторане. Так а тут дорого все. Ну началось. Вроде и откупились тут. Коньяка, виски принесли, а не канает. Не канает. Ну, я так понял, что нет. Корёшь так сильно. Ну, видишь, он... Да я его сейчас прибавлю. Он же на улице, типа. Ну, дай, скажет, попою, да? Маленько разойдусь. Лечу, блядь. Чё, Анатолий, он тут пережарку сделал.
Как на борщ, короче. Вот. На борщ пережарка тут Аляна. Сагудай готовится. Я не знал, Анатолий, что у вас такие способности к готовке. Нет у меня таких способностей. Ну не надо, ну не надо. Ну вот именно. Все кра... А, понял все. Все понял, извините. Че тут? Да вон, Анатолий. Ну просто в тему получилось. Ты говоришь, нам два дня жить, а мы там за готовку. Анатолий говорит, не надо это про готовку, я не умею готовить. Вдруг жена увидит где. Она ж потом скажет, Анатолий, вы прекрасно готовите. Она знает. Да она знает, я тоже так думаю. Да, о. Один секрет только что. Оставшийся. Да? Ну, ну понял. Такой супец тут варится. Как-то на рыбалке. Сварил шурпы, а комары как дали дрозда. Думаю, нахрен поеду я домой жрать эту шурпу. Привожу котелок. И дома все съели, да? И ребятишки как накинулись, я котелок. Тут вот Андрюха уже темно, правда. Яички, кокушки домашние чистят. Такое невеселое это дело, я скажу. Чистить кокушки домашние? Да, согласен. А что это вы тут делаете, да? Кино-то уже кончилось. Что там закипело? А что, батарейка села? Что? Я подкинул. Что? Где? Батарейка села, что ли? У меня? Ну. Да не, она вечная. Вы что-то хотите сказать? Нет. А, ну а я... Мы же не говоруны. Не, птица не говорун? Не говоруны. Отличается умом и сообразительностью. Не, ну Толян сегодня, конечно, удивляет своими кулинарными способностями. Это он на пол этого. На полставки. На полставки подрабатывает? Вот есть котелок, давайте в котелок перевалим нахуй. Я не знаю, что вы хотите, что вы делаете. А соль что, сейчас еще вот здесь пережарки соль, все равно он в тушенке соль. А. Вы, блядь, не успели выйти, Андрюха, нырь уже туда. Он засолил, Нормально, что она уже округлилась. Ну да. Так, теперь самое главное интересное, только чтобы закинуть без этого. Ну-ка, что там на соль? Нормально? Без песка. Без проблем. Так ты бери рукой, она же остывшая, Толян. Соли надо, соли нету. А сейчас подожди. У тебя там тушенка еще соль, пережарки соль. Ну что же есть? Макаронов, блядь. Ну. А в рот он что, высыпали приправу? Приправу высыпали? Да. А, ну-ка. Не, ну там, конечно, это смех и слезы. Ну я сейчас попробую, что понимаете. Неправильно делать. Сейчас обсасывай. А жира там уже так масло. Да там потому что там и тушенка, и сосиски там. Чуть и жидко, нормально. Мне... Вот сейчас будет, да. Я нормально. Люблю, наоборот, когда жиденько похлебал. Люблю. А? Я тоже люблю жидко. Я тоже, я не люблю, а когда даже каша, когда... Я водички похлебал бы, и все. Я тоже. Закусить там есть чем. Конечно. Ребятки, меня поставили, короче, на разливание тут борща вот этого мощного. Попробуй, и, тут и попробуй кому-нибудь не угоди. То погуще, то пожиже. Один же, блядь, ножки-то да здесь. Да кто-то утащил, нахуй. Так. Вот такой вот получился мощный борщец, ребятки. Запотело все, посмотрите. Это просто шедевр Толяныч приготовил. Реально красава. Да пойдет. С тех времен. Есть еще такая. А вы типа вытер, да? Типа протереть хотела в себя такой чик. Ну там алюминий, да, ну хуй. Ну вот так вот, ребятки, сидим мы с юмором. Вот алюминки есть. Такого. Поймите правильно. Сценку. Типа приходит покупать в столовую, да, берет там первое, второе, третье. Все, есть ложки. Берет ложки. Алюминиевая, ну, это самая лучшая ложка. Шли? Все, всем дальше. У вас ложка грязная. Да? Погоди, а подборщ-то не... Валера, подборщ-то не налили? Что за беспредел? Да вообще, Андрюха рулит. Снять его. У тебя что, ложка есть? Он был ответственный, а я алюминиевую выкружу. А нахуй? Ну пусть будет.
Посада, блядь. Что тут? Ну тут уже. Ну, давай, добьем ее. Кошки есть, народ. Давай, давай, давай. Досталось-то уже. Ну да. Хватит на. У Андрюхи маленький. Так не доставайся же ты никому, да. У Андрюхи маленькая ложка. Так, где пошла я? Нету, понял. Нет. Не, а я, кстати, я дома ем алюминиевыми ложками, если честно. А потому что они же не горячо, ешь спокойно. Знаешь, честно скажу, блядь. Когда это при Екатерине, блядь, алюминиевые это считались самые крутые. Самые крутые ложки. Что, не обжигаешься, а ничего. А у меня зубы железные, просто был, блядь, если это алюминий... Ага, в то время, да? Серебра. Если алюминиевая ложка есть, у меня, блядь, какая гадость вошла. Нет, ты чё, алюминиевая ложка есть? У меня железные зубы. А, ну это другой вопрос. Так ты не стучи по ним. А, все равно это... Все, разлил? Толяну налил. Надо больше всех. Толяну больше всех? Ты чё, за да, его блюдо? Повар, блядь. Толяныч, давай, за тебя, дорогой, за твою, за твой шедевр. Толян, так тебе и прилипнет эта хуйня. Давайте, блядь, пацаны. Пусть постоянно кашеваром, блядь. А я так и есть. Вообще ну, четко блядь, сидим. Нормально. Давай, нормально, я все, я постоянно кашеваром. А что, майонезик нет? Ну я положу. Не добавлю. Это перебивает. Нихуя. Знаешь, что, когда... Нет. Вот это самое... Майонезом все еда. Да. А без майонеза Толян готовил. Без майонеза никуда. Я знаю, тебе скажу, что... После того, что там все внесли свою лепту в этот суп, майонез уже он не будет лишний там. И это 100%. Он не помешает 100%. Ну все, короче, ладно, давайте. За Толяна, короче. И я вот лично за Толяна. Смотри, какой единоличник, блядь.